Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу вам рассказать и показать, где и как купить свежую рыбу у рыбаков в порту города Валенсии. Все достаточно просто. Недалеко от здания Трансмедитерранео находится ресторан свежей рыбы. Называется Лонха де Пескадо. Пройдя за ресторан, вы увидите пришвартованные рыболовецкие судна, где, собственно говоря, и можно купить свежую рыбу. Как говорят в Одессе, так и за недорого. Проходим спокойно шлагбаум, пусть он вас не смущает. Для людей вход полностью свободный. И идем вон к тому белому зданию. Это и есть ресторан. Вот я подошел к самому ресторану. Написано ресторан свежей рыбы Лонха де Пескадо. Его я рекомендую, там действительно рыба подается самая свежая. Боже ж мой, об чем речь? Я вам говорю точно. Им сам Бог велел подавать самую свежую рыбу. Да, еще в этом ресторане есть всегда живые лобстеры. Возьмите все-таки этот ресторан на заметку. Проходим ворота. Не стесняемся. Проход свободный. Нам надо идти все время прямо. Сейчас мы будем проходить место, где проходят торги по рыбе. Типа местного аукциона. Пока жалюзи все закрыты, идет подготовка к торгам. Но это нам не надо, так как простые люди в торгах участвовать не могут. Боже мой, вы слышали? Мы тут цирус не поимеем. Вышел я к рыболовецким судам. Мы практически у цели. Нас приветствуют местные ребята. Sí, eso va solo. Vale, muchas gracias. Hasta luego. No, no, para Rusia. Спрашивают, куда снимаю. Сказал, для России. Даже похлопали. Сказывается популярность чемпионата мира по футболу, проведенного в России. Нам навстречу уже идут рыбаки со своим уловом. Везут рыбу на аукцион. А что делать? Пока свежее, так и надо продавать быстренько. Давайте я пройду вдоль рыбацкой пристани и посмотрим рыболовецкие суда, на которых и ловят рыбу. Хочу сказать пару слов, как проходит торговля рыбой. Торговля всегда проходит очень эмоционально. Нужно обязательно торговаться с рыбаками. Если не уступают с деньгами, надо говорить, чтобы доложил пару рыбин. Ну, одним словом, надо торговаться. Иногда я не покупаю рыбу, но люблю понаблюдать за этим процессом. Происходит все очень-очень колоритно. Ну вот сейчас мы все и увидим. На этом моменте я комментировать не буду, просто давайте посмотрим. Вы слышали? У нас такие шанс поймать цирус. Gracias.
Ну вот, я заканчиваю свой короткий обзор. Надеюсь, что моя информация вам пригодится. Желаю вам удачной покупки. Если у вас возникли вопросы, пишите в комментариях. Обязательно, честное слово, всем отвечу. Всего хорошего и всех вам благ, друзья. А что делать? Пора жарить рыбу.